Доброе утро. Вы смотрите новости в студии Егор Матаев. В начале выпуска коротко о главном. В Барнауле снесли два памятника промышленной архитектуры 19 века. Как это допустили и что говорят эксперты? Сплошная непомеха. В Барнауле ГИБДД провели рейд против хамства на дороге. Из частных собраний. В Барнауле проходит персональная выставка художника Сергея Дыкова. Начнем выпуск с информации для автомобилистов. Участок улицы Антона Петрова перекроют на месяц в Барнауле. От геодезической до просторной. Это связано с ремонтом. Улицу начнут ремонтировать в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Проехать нельзя будет с 9 утра 10 августа до 20.00 10 сентября. Участников просят быть особенно внимательными на указанном участке дороги и заранее выбирать маршруты объезда. В Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает рабочие поездки в районы региона. Сегодня на очереди сразу два – Михайловский и Завьяловский. Первыми подробностями готов поделиться наш корреспондент Владислав Кириенко. Владислав, доброе утро. Вам слово. Да, Егор, доброе утро. Первая точка визита Виктора Томенко – это Михайловский район. А не секрет, что это район степной, поэтому одна из главных тем здесь – это повышение рентабельности земледелия в условиях степного хозяйства. Обсудят это на семинаре с представителями науки для руководителей сельхозпредприятий. Семинар начинается в местном ДК прямо сейчас, который находится, ДК находится за нашей спиной. Также уделят внимание и практике, например, в мере одного из крестьянских хозяйств рассмотрят, как применяются современные технологии земледелия. Добавлю, в этом году аграрий региона получит определенную и господдержку. Так, для компенсации затрат на ГСМ местные крестьяне получат 360 миллионов рублей. По мнению руководства региона, это поможет им качественно и в срок завершить уборочную кампанию этого года. На этом у меня пока вся информация к данной минуте. Мы будем держать вас в курсе событий. Передаю вам слово в студию. Владислав, спасибо. Мы продолжаем выпуск. В Барнауле снесли два памятника промышленной архитектуры 19 века. Речь идет о зданиях, входящих в исторический ансамбль – казенный винный склад. Разрушено два из шести охраняемых государством зданий, входящих в исторический комплекс на проспекте Комсомольском. До начала строительства здесь был комплекс из 9 исторических зданий. Спиртохранилище, бондарная, конюшня, здание, заводоуправление и склад. Два из них имели статус памятника архитектуры. По закону снос объектов архитектурного наследия запрещен. По словам общественников, работы на Комсомольском по документам значатся как воссоздание, то есть реконструкция объекта. Однако они уверены, по факту старинные здания снесены, а на их месте строится совершенно другой по архитектурному стилю объект. По документам, которые выданы собственнику, выданы они охранным органам, да, Алтайохранкультурой, это не снос памятника, а его реконструкция. Значит, вместо завода управления, которое выходило на проспект Комсомольский, предполагается выстроить некое здание так называемого главного производственного корпуса, как предполагает автор проекта Екатерина Шаповаленко, это должна быть копия главного производственного корпуса такого же склада в Змеиногорске. Но историки уверены, производственный корпус не имеет внешнего сходства со Змеиногорском. Таким образом, вместо двух памятников со статусом памятника архитектуры получится два новых здания, не представляющих исторической ценности. Активисты из организации «Гражданский патруль» направили в прокуратуру обращение с просьбой проверить законность сноса исторических памятников на территории казенного винного склада. Люди недовольны, высказывают мнение. Общественность, если так говорить, профессиональное сообщество, да, то есть уже были комментарии от реставраторов, допустим, определенных, да, сотрудников этой службы, говорили, что это неправильно, это разрушение, то есть с моральной даже точки зрения это не считается плохо. Эту тему мы продолжим в сегодняшних выпусках. О значимости снесенных архитектурных объектов эксперт расскажет в программе «Интервью дня». А я перейду к другим новостям. Каждая третья авария со смертельным исходом в России связана с выездом на встречную полосу. Накануне сотрудники ГИБДД провели рейд против хамства на дороге. То есть не выполнено требование дорожных знаков. 3.20 обгон запрещен с ограничением по времени с 11 до 21.00 времени. Совершил обгон данного автомобиля, то есть УАЗик,
Водили бензовозы. Водитель Сергей выезжает на встречку, чтобы совершить обгон. Все бы ничего, если бы не сплошная линия разметки. Теперь водителю бензовоза грозит административная ответственность. Либо оштрафуют на 5000, либо вовсе отберут права. Сергей признается, нарушил правила не специально. Ну да, видимо, жара повлияла, погода-то, видите, сами какая. И, наверное, внимательность маленькая притупилась, не заметил, знак проехал. На водителей бензовоза по сравнению с другими участниками дорожного движения ответственности больше, под угрозой десятки жизней. В самых жутких фантазиях топливо может разлиться и загореться. Может даже случиться взрыв. Тут беды не миновать всем поблизости. Зная о таких последствиях, водители все равно нарушают. Объяснения порой доходят до абсурда. Вы знаете, объяснения очень многообразные участников дорожного движения, начиная от спешки и заканчивая просто не заметил дорожный знак, дорожную разметку. Бывают различные, бывают водители в нетрезвом состоянии. Также бывает, ну, в основном это спешка. На просторах интернета каждый день появляются новые и новые видео ДТП. Так и наш герой, нарушая, мог попасть в ДТП, а если к тому же и загорелся, унес бы жизни десятка людей. Осознав значимость и масштабность нарушения, Сергей посоветовал не совершать ошибок. Внимательным быть на дороге надо, не отвлекаться по пустякам. Учиться на других ошибках – это про ДТП. Уж лучше не создавать намеренно таких ситуаций, ведь без этого аварии будут. Для профилактики сотрудники ГАИ намеренно проводят рейд на особо опасных участках – федеральной трассе. Именно здесь чаще всего происходят крупные ДТП на большой скорости. Центральную площадь отремонтируют, аллею благоустроят. В Алейске по проекту формирования комфортной городской среды продолжают строительные работы. Объекты, которые благоустраивают, выбрали сами жители. Подробности далее. Живем в Алейске, мечтаем о просторной аллее. Еще весной жители города составляли о себе такой каламбур. Сегодня место для прогулок почти готово. Возле центрального стадиона заканчивают строительство аллеи. На аллее, вы сами видели, уже заканчивают, сделали две полосы тротуарной уложенных плитки. Посередине у нас будет газонная часть. Сейчас заканчивают края, и, в принципе, уже объект будет готов в эксплуатацию. Недалеко от аллеи ремонтируют и центральную площадь. Пока здесь сняли часть асфальта с ямами и трещинами, скоро положат новое покрытие. А еще установят лотки для отвода грунтовых вод. Благоустройство объекта входит в проект формирования комфортной городской среды. Из федерального и краевого бюджетов городу Алейску выделили 16,5 миллионов рублей. Уже на всех есть подрядчик. Ну, у некоторых может быть в стадии заключения контракта. Ну, подрядчик есть у всех. В рамках проекта формирования комфортной городской среды жители сами выбрали несколько мест в городе, которые, по их мнению, должны быть отремонтированы. Это центральная площадь и аллея по улице Сердюка. Работы закончат к концу октября этого года. Яна Аксенова, Анна Муратова, Сергей Седых. Новости. Сельский туризм в Алтайском крае портал National Geographic включил в топ-12 лучших путешествий этого лета. Регион в этом году представлен в пятерке лидеров оздоровительного отдыха. Из преимуществ отдыха в Алтайском крае можно продегустировать мясо марала и алтайский сыр. Здесь даже есть специальный маршрут по сыроварням и молочным фермам. В алтайском селе Куяган, где находится старейший сырозавод края, уже 9-й год подряд проводят праздник «Сырная деревня». Напомним, в 2017 году по результатам независимого читательского голосования Алтайский край победил в номинации «Российский приключенческий отдых», а в номинации «Оздоровительный отдых» уступил только Краснодарскому краю. Образы и знаки древнего Алтая, переплетенные современностью. Разгадать загадку мест силы можно в галерее «Турина гора». В Барнауле открылась персональная выставка алтайского художника Сергея Дыкова. Не застрял вот в этих рамках каких-то этнических. Он, наоборот, впитав в себя, так сказать, их все это отпустил. И, наоборот, пространство мифа Алтая, горного Алтая, оно стало намного-намного шире, оно приобрело такую, скажем, вселенскую окраску. И я думаю, что любой человек с любой точки планеты Земля, придя на эту экспозицию, он разгадает, он угадает, он почувствует то, что хотел сказать автор. В экспозиции 40 работ из частных коллекций России и зарубежья. Это живопись, графика, изделия из дерева и камня. Работы, над которыми автор работал 30 лет назад, а также современные. И увидеть картины этноархаического направления можно до 9 сентября. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в наших группах в социальных сетях. До встречи в 13:00.